Здорово, чаток, здорово. Всем привет, кто уже зашел. Теперь выходите. 10C сюда. Create a rare talisman. Понятно, что делать 4 ныла, порядок, кроме графона, говно, вот насчет БП, я сам понял, они хотят за 6 кайгру, все платно БП. Ну да. Это же Blizzard, блядь. Или неизвестно, еще просто тоже дорогие есть БП, например. Бесплатный БП. Вот дорогие есть. Blizzard уже очень давно не те. Очень давно. Почему нельзя как-то скипнуть? У меня есть супер пиздатые левелинг шмотки, которыми реально можно просто скипнуть как-то. Плюс себе не надо делать триалы, ты просто бежишь и все. Ты уже давно скипается, просто тебе лень и все. Я вот этого персонажа качнул, там вообще, блядь, просто мега быстро, блядь. Таблку надел, 7-степы, блядь, стринги нахуй, и побежал, блядь, с кайфами, блядь. Ну это поясок называется, стринги, блядь. Танцующих смайлов много. Так, и чё? Просто кота, блядь, трясут на гифке, и ты это хочешь добавить? Ну просто его трясут. Ну это ж хуйня. Ну вот объективно, это ж хуйня. Давай я тебя потрясу. Такой же силой. Есть смысл сейчас стартовать лигу или уже поздновато? Ну еще довольно долго будет идти, поэтому еще мало. Максимально приятно удивлен, добродушный комьюнити поиск, просил все эти вопросы, двое пускай, которые предложили прикачать шмот. Один еще кинул инвайт, скинул табулу, комьюнити поиск, вам респект. Ну вот то, что тебе скинули табулу, это хуево. Потому что на старте лиги тебе никто табулу не скинет. Только дикпик, блять. Там никакой табулы не будет. А чё, за вчерашний день только одну достижуху удалось заработать, так самые долгие остались. Это вот ачивка с интеракцией Крусибла, это вообще фул кринж рандомный какой-то. Я не знаю, просто хуета. Абсолютно неинтересная. Второй билд за лигу впадлу собирать? Так это и есть второй билд. Я же на Боншатове стартовал. Это и есть второй билд. Будет третий билд, я ещё с Реком пойду играть. Но... Я с Реграна буду играть, пока его не заебет. Его заебет, я тоже ливну. А, ща приду. Ну, я просто вам даю прогноз. Значит, Рек зайдет, поиграет максимум 2 часа и ливает. Потому что тут нахуя. И все. И скипать лиг механику, естественно, связано, то в принципе играть можно. Да, согласен, я так и играл. Не хочешь попробовать на ПБ, КФ стартнуть как-нибудь? Что такое ПБ? КФ знаешь, что тогда? КБ, так а я же играл несколько лиг с этим билдом. Это вообще погерс билд. Но он только не боссинг, нихуя, но, блядь, зато, сука, как на нем приятно мапиться. Аж сиськи трясутся, блядь, вообще. Это ультра кайфич. Не, там если попыхтеть немножко, там можно позакрывать боссов, да, там. Не очень приятно, так сказать. Раб засвистел. Угу. Интересная свистулька. А, нихуя, он полдивана стоит, блядь. О, босс есть! Ебать. Босс только долгий, правда, пиздец. Плюс ачивочка. О, можно вилоч сегодня будет поиграть на туре. Он у меня есть самого там? Нет, нету. КГ проебали, нету вилоджа. Что ж, у меня ласпел будет вилай, получается? Не, я думаю, мы вообще во все сегодня поиграем. Ну, посмотрим, насколько быстро меня заебет делать ачивки. Plague-Tale Innocence. Это первый Plague-Tale? Я его, кстати, не проходил. Ну, второй вообще пипа-сет, пиздец. Very пипа-сет. Но хорош. Так, и Дерексу. Это самое. Ну, тут unlucky situation произошел. Battlefield Hardline. Ну, там выяснишь, игра живая, не живая, в разведку проведешь. Нормально? Unlucky situation произошел. Но зато на подходе DMC 5 и Alien Isolation. Дерекс разминировал, так сказать. Ламар Гнич планируется в ближайшее время контент типа Goddames из своей игры. Наверное, я не знаю. Там просто Вист обычно пачки собирает. Я никого никогда не собираю, потому что зовешь 300 человек, приходит 3, блядь, это вообще кринж. Я давным-давно перестал собирать пати. Еще со времен пика популярности Амогуса. Каков шанс дропа Mirror с карточек? 0. А ты сколько хотел? Немножечко альтерэшем. Чё, покрафтим чё-нибудь? Ну, кошачью жопу разве что покрафтим. Потому что я не крафтер нихуя. Пойдем покрутим говнище некоторое, да? 240 коинов. 240 коинов тужена. Чё, может видос какой-нибудь включим? У меня есть одна стратегия. Просто гениально. Мы ей пользовались.
И Sony прислушиваются к старым фанатам, как я. Поэтому прямо сейчас разрабатывают новую портативную консоль. Без игр. В принципе, это даже не консоль. А экран с геймпадом и встроенным бесплатным приложением. Это, конечно, гениально. Я не был знаком с такой концепцией вообще. А ведь какие-то неудачники из Valve реально годами... Оказывается, это несложно. Даже я могу создать свою портативную консоль от Sony. Гениальные японцы на этом нормально не останавливаются от Хуяверс, которые подарили мне самые лучшие эмоции в Genshin Impact. No! 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 С этого момента ты мой физ, ДД. Точно знаю, что физ чичаемба. Но в отличие от прошлых игр, Honkai Star Rail это теперь полноценная японская. Игра получила феноменальную популярность у ПК-геймеров. На торрентах. За справедливость. К сожалению, на ремейке New Dragman не какое-то безумное количество людей. Что достаточно сложная задача. Ведь чтобы работать вместе с Нилом, нужно как минимум две вещи. Раз в 30 минут называть его гением. Нил Дракман — гений. И выглядеть как картошка. А ты красивая, да? Спасибочки. Ты грудь большая. Все классно. Вот только пись... И вообще, чего все так взъелись на главную актрису? Вон, даже сами создатели говорят, что в ней очень много от характера Элли. Но там они обе женщины. Забавно, что сам Нил запретил ей играть в игру, чтобы не копировать персонажа. И все, что Белла Рамзи знала про Элли, увидела в летсплее. Играли в карты, что еще? Я сделал чай, похавали рофлы с чаем, сыграли в карты. Да и по всей видимости, Белла похавали рофлы с чаем. Что сыграла с... Мы наблюдаем. Ну вы тоже поймите. Просто они уверены, что качество Call of Duty для PS5 ухудшится из-за сделки Microsoft. Пруфов, конечно же, не будет. Правда, после заявления Бобби Котика, что он не слишком заботится о своих игроках, чтобы выпускать ухудшенные версии, даже я напрягся. Я тебе не верю! Вам, конечно, может показаться, что Sony во всей этой ситуации выглядит жалкими, но вам не кажется. Уже вся игровая индустрия угорает, что весь бизнес PlayStation построен вокруг одной игры, над которой у них нет контроля. Какое жалкое зрелище! Даже Кейт поступает вполне благородно, если не считать моменты, когда оправдывает сделку слишком качественными эксклюзивами PlayStation. Приходится становиться обезьяной, клоуном иногда, чтобы втирать что-то глубокое. Я здесь закон! Например, каким-нибудь японцам. Но ни в коем случае не самим Sony. Им уже не хочется колды. Они просто хотят заблокировать сделку. На, серьезно. Но самое безумное. У Sony реально получилось уговорить Великобританию заблокировать сделку. Из-за монополии в облачном гейминге. Как это связано с играми Activision? Я не знаю! И сейчас мы имеем достаточно непростую ситуацию для Microsoft. Это фул клоунада вообще. США против ЕС росли. А вот как это скажется на будущем PlayStation, пока рано судить. Ведь они изначально имели с этой сделки... Ноль! Но у Sony и так дела идут отлично. Сначала убрали из подписки Человека-паука. А Человек-паук выйдет поиграть. Потом и вовсе все игры из PlayStation Plus Collection. И сейчас удивляются, куда это пропали 2 миллиона человек. А ведь Sony предлагают такую замечательную подписку. Подписку. Давай три косаря, я ж тебе говорил, кинь, мы посмотрим мультик. И как я удивился, когда увидел, что это уже четвертое видео за что-то похожее на один месяц. Прям пятилетку выполнил. А все благодаря всем вам, кто смотрит мои летсплеи, комментирует и подписывается на Телеграм. Ой, блядь. Ладно. Так, как вы думаете, сколько у меня осталось монеток Тужена? Как вы думаете, сколько у меня осталось монеток Тужена? Вот, просто, вот, все написали? Показываю. Я только половину прокрутил. То есть, можно смело врубать еще на выход, нахуй. Тужен закончился. Значит, был один орешек. Все. Ну, ладно, хорошо. Может быть, сейчас с 300 стаки деков мы что-то еще получим. Может быть, но это не точно. Это вообще не точно. Зря, наверное, так много с собой взял, да? Ну, мусор с пола, блядь, не забрать. Дал, получается, орешек. Если чё, со стаки деков в этой лиге вытащил два доктора. Ну, естественно, я их сольнул, естественно. Вабы надо было гэмблить, как зрители. Ага, я видел эти гэмблы, я видел это удаление, знаешь, я... Не, ну, бывали моменты дабл-дабл, блядь. Ну, это... Один раз из 50, нахуй. Такое прокает. Гарриш Пауэр. Чё, блядь? Карточка на Джевел свистит? Это ещё шутка. 75C. Блядь, нужен новый инстанс. Нужно новое место, где насрать можно. Во.
Спасибо, чат, вы тоже крутые. Дал, получается, орешек поросенку одному. Блин, поставь, что ли, озвучку свистульки? И выдать игру Crazy Lobster. Так, Crazy Lobster, вот ты же здесь, ты же не ливнул сразу. Ты мне скажи, на какую игру ты рассчитываешь, в принципе? Вот что бы ты хотел? Вот как напишешь, я тебе скину ключ. И озвучу игру, которая тебе прокнула. Как достать соседа? Бля, ну, такой игры, конечно, нет. Но есть вот Devil May Cry 5 в Steam. Нормально? Почти то же самое. Ну, по геймплею там плюс-минус, да, можно параллель найти. Там, ну, там, да. Даты 8, 10, 12. А сегодня чё? 27. Интересно, тут планируется тема. Ладно. Так, лут с вайдов, значит, пракса. Так, ага, ага, мечик долбоеба. О, экшели что? Блять. Смерть сервера. А, смерть поя, блять, что? Просто поезд сдохло. В лабе кайф, кайфанул в лабе, да? Понравилось? Чё там, как пробежал? Чё за чарки были, рассказывай, давай. А ты еще, наверное, эту лабу бегаешь, где там за диван, да, которая вот эта вот. 1С выпала с вайда, Крис. Вырубаем нахуй! Вырубай сервак, блядь. Оп, лига живая, 3000 очередь, блядь. Лига живая, 3000 очереди, блядь. Уже сколько прошло там, а все еще очередь, представляете? Какой ажиотаж на, сука, возможно, худшую лигу, блядь, в истории. Но эта лига по своей хуевости может конкурировать с бестиарием и с синтезом вообще запросто, блядь. Естественное субъективное мнение, естественно. Просто хуетень, блядь. А, просто откатило все. Не-не-не, ничего не спиздили, просто откатило все, чат. Да, вот это мой лут с вайдов. Блять, я теперь вспоминаю клип. У копа вроде, да, зритель принес вайдов. И там просто Mage Blood достал, чел. Твайда, блять. Да-да-да. Да-да-да-да-да, блять. Fire Trap 20. Нихуя! А что, да? А что, да? А что, да? Hollow Palm с сибишкой. Так. Заебись. Jesus. Так, Fire Trap 21-23 стоит 2 дивана. Продай трапу, не вопрос. Держи. 2 дивана. Вентор без quantity. Это да, это мое, это мой лут. Это мой лут, yes. 36 из 40 ачивок. За сегодня я закрыл несколько долгих ачивок. Моя цель взять 38 ради боди армора, которых я не буду делать. Поэтому я игнорю уберов, уберы, fuck you. И игнорю лиг механику тоже, блять. Просто пиздец дерьмо. Я не знаю, как это может быть интересным. Не знаю. Я буду делать вот это и буду делать вот это. А я смотрю, ты не торопишься по жизни, да? А, ты скролл фрагменты делал. Блять. Ну, это умом. Не оказалось, блять, не оказалось скролл фрагментов, блять. Увы. Увы, блять. Блять, я как будто играю в морской бой, но ГОСД прислал мне все разведданные, блять. Охуеть, ладно. Пиздец, а че так много? Ладно. Пресиоус. Блять! Пресиоус. Ага. Так, тут пишем пресиоус. Вот если приглядеться, можно в оставшихся контрактах увидеть нечто. Почему-то я вижу в этих контрактах силуэт Пепы. Ну ладно. Идем в место, о котором никто не знает. Я зашел, 10 косарей дали, блядь. Нормально. Рогуе харбоб! Ну да. Так, и мне надо покачать хуйню. А, еще и познакомиться с челами. Меня Антон зовут, будем знакомы. Здорово, Антоха. Знаю я тут одного Антона.
Блять, ну и чел, конечно, это пиздец. Не, по поводу того, что все они все подряд друг с другом типа знакомят, это я знаю, да. Я просто жду скрин от чувака, который лучше, чем скрин, целое видео записал. Хорош. Ну как-то да, у тебя камера чуть-чуть вправо повернута как-то. Странно, почему так. То есть вот я вот тут стою, она у меня, ну прям ровно в угол смотрит. А у тебя она чуть правее. Может, даже не чуть, сильно правее, может. Блять, пью дохерище воды, ухожу в туалет каждые полчаса, блять. Сейчас приду. Ламыч играл в Warframe когда-нибудь? Да, играл. Мне не понравилось, мягко говоря. Мягко говоря. Мягенько говоря, да? Лизуша. Привет. Кепочка. Чё за кепочка? Чё там нарисовано? Велосипед? Велосипед. А чё он такая вспотевшая? Бегала, что ли? Ну, скорость, с которой он ставит бомбу, это, конечно, не играть ему в Counter-Strike, в общем. Он где-то так-то. Ну, вообще, он очень шустро ставит на хай-левеле, когда его прокачаешь. Он очень быстро начинает ставить. Там вообще прям... Там только анимация закончилась, как он бочку поставил. Хоп, все, бомба готова. Чё такое? Чё такое, Лизуш? Это тебе мамуля кепку подарила? Крутая кепка. Ну, с велосипедами. Хейст — это классный контент. Я даже думаю на Next League стартовать в Хейсте. Наверное, на Е. Ну, посмотрим. Прикольный контент. Я просто не знал, что упростили прокачку. Просто в Хейст Лиге, ну, когда вот была именно Хейст Лига, да, там прокачка была довольно долгая вообще челов. Мне было впадлу по новой перекачивать все на другой лиге, а я не знал, что изменили прогрессию, что тут вообще теперь моментально челы прокачиваются. Короче, просто контракты хай-левел. Ты имеешь в виду хай-левел ария? Это влияет? Конечно, понял. Чем выше хай-левел контракта, тем больше экспы дадут челу. Он, поняла, Лизуш? Чем больше айтем-левел контракта, тем больше экспы дадут челу. Понятно? Все, понятно. А максимальный левел какой у Джианны? В где, чат? Пятый десипшн? В пятом десипшне, понятно? Уверенно кивает головой. Как делишки, Танюсь? Все хорошо? Че опять началось? Может, на колбасу ее? Кого, лошадь спросить, на колбасу ли ее? А че, почему она с Тулиной меня не познакомила? Не понял. Где подружка-то твоя? Меня не хотят знакомить. Что? Ну, я понял. Почему она что-то про климакс говорит? А вот вообще кто-то интересовался этим? Поэтому и не знакомит. Увы. Увы. Так, там какой-то кипиш, пойду выясню. Ну, здесь, конечно, поприятнее такой контент бегать, когда у тебя герой выживать умеет. 1000 плюс мув спида, но я не любитель настолько быстрого экшена, так сказать. Step to Pain, спасибо за соточку. Приятного стрима, благодарю. Тебе приятного уже вечера, получается. Со всеми познакомились? Да. Теперь всех прокачиваем до, так сказать, максимума, да? Сколько мне там еще надо? 14 контрактов. Я всего лишь 6 пробежал, серьезно? Вот за эти контракты мы всех качнем. Подскажи, на как тех выпал нот, минус 25 скорость стаки и 20, но урон норм. Я не знаю, я вообще не шарю в крафте, что полезно, что не полезно. Как же в поедах хуище контента ёбнешься? Да, этим и прекрасна эта игра. Тут просто пиздец сколько активностей. По сути, все банально сводится к тому, что ты должен пиздить мобов. Все к этому все равно приходит. Но это, блядь, ну это как вот, например, в шутерах все приходит к тому, что тебе надо встрелять, блядь. В стратегиях тебе надо управлять. Да, в гонках тебе надо рулить. Но, блядь, здесь то же самое, блядь, считай. Здесь просто только долбить мобов. А есть какая-то RPG без долбления мобов, разве? А, слушай, ну Diablo 4 вроде. Просто надо пробегать. Вообще можно не бить мобов, потому что нет смысла, потому что автолевелинг в экшен-РПГ игре, блять. Просто надо, ну, просто пробегаешь мимо мобов ради катсцен и все, блять. А в конце босс, в которого надо хуярить 15 минут одним скиллом. Вот это, блять, гейм-дизайн, сука, вау, прям потрясающе. Так, у меня план такой, что я сейчас сделаю ачивки и потом... Идем знакомить Река с поешкой.
Уже пытался играть, вроде как. Нет, он не пытался играть, насколько мне известно. А какой контент самый подходящий для фарма в плане валюты? Сейчас все бегают с ТАП, с Wandering Path'ом, качают маленькие ноды там на кванту, на хуету, на всю хуйню. И стапят мапки с аптекарями, аптечками. Это Crimson Temple и Defiled Cathedral. Но больше Crimson Temple бегают. Это сейчас самая профитная тема с фарма. Подробнее можешь найти там у Кобин, вроде видос он делал по этой хуйне. Спасибо за ответ. Абсолютно не за что. Река берет за жопу после ачивок. Ну, конечно, берем. У него такая попка упругая. Тут, ебать, аж 15-й подбородок трясется. Типа охуярит. Нормально, нормально, нормально. Так, у хороший рейвик, блядь. Ебать, охуярит, блядь. Из дерева ультранадежная. Блять, он промазал первый раз, видели? Сука, пьяная дура, блять. Ты чё? Чат, вы там сдохли? Найтбот чаще вас пишет. Все нормально. Похоронку вызываю. Нахуярьте просто сообщений каких-нибудь, ну, классных, без мата, чтобы ММР чата поднять. Классное сообщение без мата. Блять. Ласпел жду. Да, мы поиграем сегодня в Ласпел. Каждый хотел Undercover поиграть. А я вот пытался Undercover тоже загомзить, но у меня игра тупо не запускалась вообще. Куплю бремя страданий, амулет с Ониксом, который активирует каскад мести. А-а-а! Такой! Не, нету. Вот такого нету. Тут сори. Блять, как же я пою охуенно, ебаный рот. Бог поения. It's me, hello, it's me. Чат, объявляю перерывчик. Наверное, спойно сегодня все. Че я ДНД влупил? Значит, 36 ачивок. Сделали здесь половину. Осталось, грубо говоря, полторы ачивки до армора. Я 40 ачивок делать не буду, нахер этот столб. Потому что там сетапиться под уберов и трогать или контент, и вообще не имею абсолютно никакого желания. Поэтому давайте перерывчик, я покушаю и пойдем в Last Spell. Или в Доту. Да не, какая Дота, Last Spell. Все, сейчас приду. Че надо? We done did it. 40 Chaos Orbs, nice! 40 хаосов, nice! Nice, говорит, 40 хаосов, прикинь. Вот тебе, если 40 хаосов дать, ты сильно обрадуешься? Прям вот так вот? Natürlich ist da Cold Damage drauf geblieben, aber wir haben Mage Bane, wir haben Totem Explody und wir haben Placement. Wir haben den Bogen gecraftet. Komm. Na komm. Вот реально ему интересно. Хорошая лиг механика, very rewarding. Вообще, сетапить можно жестко. Это GFL. Классика! Классика, блядь. Классика. Вот, чтобы такой хуйни не случалось, знаете, что можно делать? Вот, короче, когда спавнятся шрайны, и там оба варианта предложенные хуета, ты не активируй шрайн, оставь его. И когда у тебя вот прокнет такая ситуация, что у тебя прокнул Divine Shrine, но в конце, у тебя-то позади осталось несколько шрайнов неактивированных, и ты хоть что-то получишь. Я уже просто натыкался на такую хуйню, да, и сделал подобный вывод. Give me max rest and spell suppression at life.
Wrathless. Пометка Wrathless. Oh my god! Guys, holy shit! Пометка Wrathless. Пометка Wrathless. Че? Блять, только спустя 5 скроллов вниз я увидел, за 11 щит продается. Так, что дает? Что дает? Значит, ага. Так, армур ЕС база, all res. Регена много, до 200 бывает регена, это много. 5 файреза тоже много, макс. 25 файреза просто так, ну это немного. Плюс 25 файреза on life, такой себе, mess on life, avoid being ignited, low life. Вот как бы да. Человек рад, вот такой щит ему выпал. Wait, what? Неожиданно, как ёкало мне. Как же так вышло? Сейчас, подождите. ХК ССФ Wrathless Crucible. Там у них свои моды на мапе, что ли, какие-то? Я просто вижу 15 экстра файра. Это что такое, блядь? Какие нахуй 15 экстра файра? Это чё за хуйня вообще? Это чё, мод? Блять, ладно. Чего, блять? Это в атласе берется. И чё дает? 4 фласки на скорость. Ну это трансмоги, скорее всего. Поднимает шанс дропа карт, но бафает боссов. Охуеть. Get fucked, bitch! Wait, what? Трахнули. Пизду, блядь. Oh my god, I got revenant. А зачем вообще на ХК трогают Crucible? Им играть впадло? Mais non, on partage. Oh, wow. Si c'est 14 chaos, puis qu'on se sépare en deux. Чел, пойди хуй помой. Чел, у Мэйджблад просто в темпле упал, понимаете? Там есть еще 0 кванты, 0 рарити бывает. Подожди, на что он собирает? На билды мотивация. Ага. Понял. Да. Вадик? Для тебя единственная мотивация, это чтобы тебя донатили? Жень, ты замотивирован? Да, вот мне сотку прислал Степан. Степан, спасибо тебе за соточку. Привет, смотрю тебя, когда ты играешь в ПО, и не понимаю ничего, но ты так забавно смеешься, эмоционируешься, иногда становится забавно. По-прежнему понятно, здоровья тебе было получше. Спасибо, что сидишь в стриме за то, что ты есть. Обнял, приподнял, покружил, на место поставил, руку пожал. Начиная с обнял, приподнял, я тут уже дальше не поверил. Ну камон. А к ПОЯ приобщиться никогда не поздно. Игра хоть и пугает количеством контента, но все это просто познается спустя время. Это вопрос времени. Вот конкретно ничего сложного в игре нет. Все спустя время познается. Игра, блядь, про долбежку мобов нахуй. Тут, в принципе, ничего сложного не может быть. Alright. I'm gonna use the restroom. I'll see you guys in a minute. Ну да, этого хуйлана... Этого хуйлана долго бить. Сука. Ну жиза. Ну жиза. Блять. Ну реально жиза, блять. Хули. Там бывают некоторые билды, ты око пиздишь, ну реально минут 15 стоишь. Потому что... Он читер, блядь. Ну, у него нечестные скиллы, нахуй.
Я все же решил пойти еще чуть-чуть в поя поиграть. Еще немножко катанем и пойдем last spell. Ламар Евгеньевич, могли бы рассказать, что нужно знать для того, чтобы собрать собственный билд? Поиграть на большом количестве билдов, ну там штук 20 нахуй, чтобы полностью изучить ветку. Вот эту. И знать, что здесь где есть, знать, какие кластеры бывают, знать, какие шмотки бывают. И у тебя в башке начнет складываться свое видение билда. И когда вот так вот я руками развожу, вам никого это не напоминает, блядь, вот это вот. Да, и там такое, блядь, там придумать можешь. Здорово, часть дота была сегодня? Да, конечно, была. Сегодня очень сильно сыграл на инвокере. Ты бы видел. Можно... Так, каким образом мне это выскочило окно сейчас? Offensive character name, я считаю. Вроде норм ластовая была. Можно и... Блять, а сколько там ачивок-то сделали? 36. Заебись. Заебись. Go last spell. Оба. Так, у меня тут какая-то котела, но я доблестно ее abandon. Так, даров собрано. Это сколько у меня осталось? Блять, математики. 107 минус 81. 26. Раз, два, три, четыре, пять. Тут все-таки есть, блять, скрытые. Там был мой перс. Ну, увы. Что ж. А дока будет? Да что вы с этой докой пристали, мужики? Ну, что такое? Дока, 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 дока. Да докай, блядь. О. Заебись. Чекни имгур, тебе понравится. Хачапури и сулугуни и хинкали. С сулугуни хинкали. Так, баранья, говядина, курица, грибы, картофель, сыр. Инкапури. И вотермарка 2 ча. Угу. Допустим. Программу «Модный приговор». Объявляю открытой. Ебать, сейчас резня будет нахуй. Сейчас, сука, пизда вам. На, блядь. Бля, какой мазон тут охуенный. Арбалетчика отправлю вниз, чтобы он там эти курильницы-хуильницы поубивал. Бля, только не убей его, блядь. Вот чисто пощечину дай ему такую, чисто ляпас. Можно еще, только не убей, блядь. Первый коронный, второй похоронный, нахуй. А, эти хуйности по-другому переспавниваются. То есть их нет смысла бегать убивать. Ладно. Награда за ночь. Награда за дрочь. Перезарядка хорошая тема на топористе. Он два раза сам себя забафать может на... Да хуя урона вообще. Поменяю немножечко расстановочку. Праворот. Ебал всех в рот. Каждому по ножичку. Че, здесь въебаться просто в челов? Не, можно по-умному сделать. Можно сделать по-умному. Оп. Оп. И сюда. Шик. Шик. Блять, как же он режет. Ёбаный насос. Сколько время? Что-то у меня глаза уже слипаются, просто пиздец. Рерол. Дальность навыка дает. Ну, в целом можно, да, давай. В целом можно, но доиграю я уже завтра. Я что-то пиздец уже спать хочу, ёбнуться. Опять Рек какой-то турнир играет. Че...
Чего? Он это вообще бесконечно играет какой-то турик. По колде. Доброй ночи. Всем пока.